С вами Тимоха Домино, и это обычный день бизнесмена, так скажем. Ребят, вот, я купил себе бизнес недавно, ну, кто знает, там 24 на 7 в городе Батырево. И мне очень нравится этот бизнес. Почему? Да потому что каждый день финка стабильно хорошая, относительно хорошая. Ну, понятно, не такая, как, например, у АЗС, и не такая, как, например, у СТО. Но все же это хорошая прибыльная вещь. Бизнес 24 на 7. Находится на городе Батырев. Почему мне удобно? Потому что я здесь живу, мне до бизнеса ехать там около минуты. Беру свою любимую машину и начинаю ехать. Сразу же, ребят, проверяю, как там с бизнесом. Только захожу в игру, сразу проверяю, что же там с бизнесом. Вот, и сразу вот заезжаю сюда, стою возле банка и смотрю, как там бизнес, что там, сколько заработал он за сегодняшний день, можно ли снимать эти деньги или нет. Вот сейчас вы сможете посмотреть, у меня 5000, подумайте, ой, Тимоха, какой там день бизнесмена и так далее и тому подобное, если у тебя денег мало. Ну, во-первых, ребят, денег немало, а хорошо. А во-вторых, ребят, я только купил бизнес, я покупал его практически за последние деньги. Вот, и скажу, что он уже начинает окупаться. Это действительно факт. Так, пишем команду, обычную командочку пишем, Boosty Nest. Это команда бизнеса. Вот, сразу смотрю, насколько оплачен бизнес. На 30 дней из 30. То есть месяц я могу вообще не париться по поводу того, что с бизнесом что-то будет. Потому что на месяц он оплачен. Прибыль за данный день составила 34 тысячи рублей. 34 тысячи рублей за день. А сейчас даже часу дня нету. 10 часов дня по киевскому времени. Так. Изменить. Так, ну тут автозакупка товаров нам не нужна, потому что у нас сейчас есть 900 товаров. Когда у нас будет около 400 товаров, тогда я ставлю автозакупку и оставляю немножечко денежек на бизнесе. Далее смотрите, я просто прихожу в банк, и чтобы деньги просто не лежали на бизнесе, например, подхожу сюда, пишу так, баланс бизнеса, 40 тысяч баланс бизнеса, то есть на моем бизнесе лежит 40 тысяч. Так, пополнить баланс бизнеса, оплатить бизнес. А, вот. Сколько мне нужно оставить там денег? Ну, думаю, 7-8 тысяч там вполне хватит. Я снимаю 32 тысячи рублей. И все. Просто заходя в игру, каждый день у меня стабильно есть по 100 тысяч. Сейчас же эти деньги я положу на свой банковский И счет. все, Ребят, и положил я 30 тысяч на свой банковский счет и оставляю 7 тысяч. А далее, знаете, что далее? Идемте смотрим на бизнес, где он находится и так далее и тому подобное, сколько цена за вход, но это можно все посмотреть в командочке BusyNest. Но, ребят, также неинтересно. Так, вот, чувак на скутере, молодец, на красный свет светофора стал, вообще умничка. Скорее всего, новичок, а вы же понимаете, опять как же, нужно. быстрее Стараясь не туда. нарушать правил дорожного движения, тем более у меня такая дорогая машина, я не хочу ее разбить, покоцать и так далее и тому подобное. Так, вот здесь находится мой бизнес. К сожалению, здесь стоит дерево, которое, блин, его заграждает. Ребят, не ставьте здесь автомобили. Знаете почему? Потому что когда вы заходите в бизнес и выходите с него, машина проваливается под текстуры. Ставьте ее на бетон. Вот, смотрите, вот пример. Вот сюда ее можно ставить. И все оставим тут возле клумбочки. И все. И идем дальше бизнес. Так, дверь почему-то у нашего рейнджа не закрылась. Ну, моего рейнджа. Так, и бегу непосредственно в бизнес. Так, подбегаю я сюда. Вот вход бесплатный, контролирует Ореховская, владелец я, и так далее и тому подобное. Так, извиняюсь. Так, захожу, что мне нужно что-то, так, фотоаппарат, сим-карта, чипсы, пачка сигарет. Нет, мне ничего не нужно, и все, можно уходить отсюда. Кстати, здесь еще есть банкомат. Для того, чтобы, если вам нужен банкомат, вы сюда метнулись и сняли денежки, дабы вам не ехать просто в банк. Еще, ребят, когда я занимаюсь бизнесом, вот, когда мне нечего делать, я просто иду и работаю дальнобойщиком. Смотрите, для чего это. Работает бизнес, и работаю я, и уже идет двойная прибыль. И это очень хорошо. Прибыль с бизнеса, прибыль с дальнобоя. Прибыль с бизнеса, прибыль с дальнобоя. И так просто идет чистая прибыль. И это довольно-таки хорошо. То есть это беспроигрышный вариант. Вот так вот. Работая дальнобойщиком, у меня 30-й скилл за один заезд. Сейчас я получаю 22 тысячи виртуальных рублей. И это, в принципе, очень хорошо. Вот. И все. Я заработал денег.
Я заработал с бизнеса, пошел, положил в банк. Заработал с бизнеса, заработал с дальнобойщиков, пошел, положил в банк. И это, в принципе, прибыльно. Вот так вот я вам советую. Купили себе, например, бизнес, не забрасывайте работу. Работать еще лишних денег никогда не бывает, повторюсь. И все-таки хотя бы понемножку, но ваш бюджет будет пополняться, несмотря ни на что, будет пополняться. Вот, также я советую вам всем делать. Вот, прибыль за сегодня я уже снял, около 30 тысяч, но, ребят, повторюсь, еще нет даже часа дня, то есть еще сегодня будет 12 часов для того, чтобы бизнес работал. То есть за 12 часов сегодня еще я сниму прибыль. Вот так вот, ребят, вот так вот в основном и проходит обычный день бизнесмена, такого как я, в принципе. Я не зажрался, ничего там, я не сижу, не езжу, никого не дремлю. Спокойно себе еду, как раньше работаю, только на меня еще работает мой бизнес. И это, ребят, довольно-таки круто, это приятно. И это, блин, ну вы понимаете, вы спокойны. Вы заходите на сервер, и вы знаете, что у вас есть, блин, бизнес. То есть вы понимаете то, что... Несмотря ни на что, если у вас на аккаунте 0 денег, вы заходите и снимаете деньги с бизнеса. И платите за сам бизнес, за дом, и у вас еще остаются деньги. Вот зачем, ребят, нужен бизнес. И почему я всем советую его иметь. Несмотря ни на что, какой бизнес, если вам хочется прибыль миллиарды, то понятно, вы будете там, ой, только СТО куплю там, или только АЗС и так далее и тому подобное. Если вам будет, в принципе, хватать таких мелких денег, как 10 тысяч, 20, 30 тысяч, 40 и 50, можете брать абсолютно любой бизнес, абсолютно в любом месте, прибыль у него будет, ну, 100%, хоть какая-то, но прибыль будет, и он уже сам будет за себя платить, грубо говоря. То есть у вас в любом случае будут деньги, несмотря ни на что. Поэтому, ребят, всем советую иметь хотя бы какой-то бизнес в своем распоряжении, а если у вас никогда не было бизнеса, и у вас есть деньги на него, и вы думаете, купить бизнес или нет, ребят, покупайте. Покупайте, даже не думайте, берите, идите, ищите бизнес и покупайте. А сейчас, в данный момент, бизнес это дефицит, это большая редкость, и продают их за огромные деньги. Поэтому, ребят, сейчас советую вам его купить, потому что летом с бизнесами будет просто жопа. Поэтому сейчас всем советую брать деньги в руки, идти и покупать бизнес. И не продавать его, ребят. В общем, вот так вот проходит обычный день бизнесмена, не зажравшегося какого-то. Я живу в Батырево, мне здесь нравится. У меня бизнес Батырево. Все, мне это нравится. У меня есть мои любимые машины практически. И все, ребят, мне больше в этой игре ничего не надо. А в дальнейшем я хочу устроиться в какую-то фракцию. В общем, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Вступайте в официальную группу ВКонтакте. Также, ребят, если хотите, подпишитесь на мой инстаграм и на мой твиттер. Ссылочки непосредственно будут в описании под этим видео. Вот, ребят, также не забудьте посмотреть мои предыдущие видеоролики «Сталкерзу в Припяти, мы в зоне отчуждения» и «Влог на крыше». В общем, ребят, всемирного неба над головой. Всем до скорых встреч, с вами был Тимоха Домино. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.